Всем привет, меня зовут Скрипа, и вы находитесь на канале Chorus Music, и сегодня я подробно расскажу вам, как сыграть песню Земфиры. Чтобы полноценно, полную версию посмотреть, как я играю эту песню вместе с табулатурами, обязательно посмотрите по этой ссылке, она должна вылезти, посмотрите, как играется эта песня от и до вместе с табулатурами. Если у вас хватает скилла, то вам этого будет достаточно, если же вам нужен подробный разбор, то вам именно в это видео. То есть вы уже здесь. Я не стала добавлять сюда, в это видео, как я полностью играю эту песню вместе с табулатурами, сделала отдельное видео, потому что это все-таки авторские права. И если его заблокируют, то это видео останется. Если заблокируют, то я добавлю его на Boosty и оставлю ссылку в описании. Мне кажется, хватит вступления, давайте приступим к разбору. Вступление играется на двух аккордах. Аккорд D, ре мажор, и аккорд G, соль мажор. В аккорде соль мажор, в аккорде G, мы добавляем вторую струну на третьем ладу. Я, в принципе, всегда так играю аккорд соль мажор, поэтому для меня... Я иногда об этом забываю говорить, и вот сейчас вспомнила, что нужно об этом сказать, потому что в этой песне обязательно нужно зажать вторую струну на третьем ладу. Перебор играем такой. Бас, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. У каждого аккорда свой бас, поэтому у аккорда ре мажор у нас четвертая струна, у аккорда соль мажор шестая струна. И перебор на каждый аккорд по два раза. В куплете помимо аккордов D и G добавляется еще два аккорда: фа диез минор, F диез М, и ми мажор, Е. Аккорды D и G мы играем по два раза, и F диез М и Е мы играем по одному разу. Аккорды D и G играем так же, как играли во вступлении, играем их два раза, там вообще ничего не меняется. На последующих двух аккордах фа диез минор и ми мажор мы можем играть точно такой же перебор, и басовые струны у них шестая, что у первого, что у второго аккорда. Но я почему-то слышу, что играть нужно чуть-чуть иначе. А иначе значит, что я играю не третью струну, а четвертую струну в какой-то момент. То есть получается не бас вторая, третья, а бас вторая, четвертая, и все остальное повторяется. Получается бас вторая, четвертая, первая, третья, вторая, третья. И таким же образом играем аккорд ми мажор. Либо, если вам сложно запоминать, или, возможно, я не права, и чтобы не заморачиваться, можно сыграть точно так же, как играли аккорд D и G. Но для того, чтобы немного разнообразить, все-таки можно немного изменить перебор хотя бы в этих двух аккордах. И это все мы повторяем два раза, то есть куплет играем два раза. И далее идет, ну, допустим, бридж. Это не совсем бридж, это скорее я поделила просто на части песню, чтобы было понятно, где и что играть. Поэтому давайте назовем это место словом бридж, то есть мост. Здесь мы играем три аккорда. Тот же самый аккорд D, потом у нас идет аккорд А, то есть ля мажор. Снова ми мажор, Е, и опять А, ля мажор, Д, А, Е, А.
играются эти, скажем так, четыре аккорда, играются ровно так же по два раза и с таким же перебором. И у каждого аккорда, конечно же, своя бас-струна. Вот в аккорде Е мы играем не шестую струну, а четвертую струну. Так уж там играется. Аккорд Д. Аккорд А. Ми, то есть Е. Четвертая басовая. И снова А. То есть по басу получается четвертая, пятая, четвертая, пятая. И в итоге мост звучит так. После моста идет проигрыш, я его так назвала для понимания, чтобы нам понимать, где какие части. Этот самый проигрыш — это, наверное, самая сложная часть песни, потому что на каждом аккорде мы играем по две басовые струны, и в них нужно не запутаться. В проигрыше у нас добавляется еще два новых аккорда. Аккорд HM си минор и аккорд ля диез или си бемоль. Давайте называть его ля диез, то есть а диез, чтобы нам было удобнее понимать и не путаться в аккордах си, потому что это очень часто происходит. HM, а диез, потом Е и А. Перебор остается такой же, мы гуляем только по басовым струнам. То есть если в си минор у нас от пятой струны, мы туда еще добавляем потом четвертую на второй раз, то есть. Пятая, четвертая. Если раньше мы играли все на одной басовой струне, то именно в проигрыше мы играем по две басовые струны. На аккорде HM и A диез играем пятую, четвертую. И здесь тоже пятая, четвертая. На аккорде Е играем шестая, четвертая, на аккорде А играем пятая, четвертая, а перебор остается такой же. И проигрыш получается такой. Для чего нужно было разделить эту песню на части, дать какое-то название, для того, чтобы не запутаться, потому что дальше идут повторения с небольшими изменениями. Там вот совсем незначительные изменения, но их нужно понимать, потому что они там играются. Дальше мы также играем вступление, потом также мы играем куплет. И вот там, где мы играем мост, который мы уже знаем, как он играется, да, вторые два аккорда ми-мажор и ля-мажор, то есть Е и А, играется не по одной басовой струне, а по две басовые струны, точно так же, как мы играли в проигрыше. То есть, если мы играли... Как мы играли? Если мы играли... То здесь мы играем так. То есть, последние два аккорда из проигрыша, где мы все играем по две басовые струны, мы добавляем во второй мост, то есть в бридж. В конце мы играем аккорд Е и А с двумя басовыми струнами. И у нас получается второй мост такой. —
Далее опять идет проигрыш, играем мы его два раза, и вступление у нас, мы играли два раза, вступление в конце четыре раза, и на четвертый раз замедление, то есть... И заканчиваем ре мажор. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставь лайк, напиши комментарий и подпишись на канал. С тобой была Скрипа, канал Chorus Music. Пока!